Друзья, всем привет! Сегодня у нас вот такой вот мой новый, старый, новый танчик. Heavy. Heavy. Ну, он как еще называется? Т-57. Не, американский тяжелый танк с барабанным досылателем или хрен его знает. Короче, с барабаном. Ну что? Ну что? Осматриваюсь. Смотрю, что делать. Нравится мне эта карта. Ну, довольно прикольная, конечно, но, как правило, все стоят вот здесь, рядышком с ЛТшками. Ну что, смысл в чем? Ну, давайте уже начнем, что ли. Поехали! Итак, мы немножечко ускоряемся и делаем все гораздо быстрее. Ну, давайте сделаем все немножечко быстрее, для того, чтобы приехать быстрее. В общем, рванули мы вдвоем с объектом 268 на горочку и решили посмотреть, что же у нас там делается. Нужно же набить кого-то. Итак, этот гад рванул, я просто не знаю, как немеренный. И я такой думаю, а давайте, блин, попробуем замочить. Однако, знаете что, очко-то давит. А дело в том, что брони как таковой не очень много у меня, и любой даже самый дикий школьник пробьет меня элементарно в лобешник. Поэтому, ну что ж, а играем-то мы с девятками и десятками. В общем, игра опасная. И что же делать? Думаю, оставаться или нет. Вижу батчата такой, он немножечко сваливает, но я такой, ну ладно. И даю ему барабан, но не весь. Увидел, обоссался, дам. Из трех снарядов я его забрал. Прекрасно, прекрасно, думаю. Хорошее начало, надо бы отступить, потому что что-то не стремятся мои соратники подъехать ко мне вперед. А мне плюс еще нужно, обязательно нужно перезарядиться. И я думаю, пойду-ка я назад. А что у нас там такое творится? Смотрите, смотрю, идут на помощь вроде ребятки. Ну, думаю, ну ладно, хрен с вами. А врагов-то много, и тут гроза просто рандома 111-й. Китаец, жесткий и жестокий. Я немножечко прячусь за пригорочком. И смотрите, что он делает, подонок. Я еще не стреляю. Но, короче, решил я пострелять прямо вот в эту вот башенку командирскую. И у меня получается, Этот начинает крутить, чтобы не дать мне, но смотрите, что сейчас будет. Не особо прям такое, что я хотел. В общем, я его не забрал, но я сделал неплохо. Все-таки я попал как-то там в эту комбашенку последний раз. И если бы не еще товарищ, который подъезжает из 101, возможно, этот 111-й дал бы мне прикурить. Но мне повезло, и СТ-1... по идее, забирает 111-го. И смотрите, нас тут немного, всего лишь двое, а их 5. Их 5. Дело в том, что там 4 хэви еще стоит рядом с 57-кой хэви. И что делать? Думаю, отступать, не отступать. Все-таки смотрю, СТ-1 направленно идет вперед, и я за ним. Думаю попробовать броню моего собрата Т-57 Heavy. И вижу там Type 4 Heavy. И валю. Потому что страшно, ну реально страшно. Этот бабахай как даст и все. Один раз попробовал, короче, в него влупить. Ну не попал и решил обойти его сбоку. Что делать? Ну что? Решил поехать и давай. Короче, у меня танк не самый быстрый, но смотрите, что сзади творится. Пока я смотрю вперед, там 1390 обходит других моих сородичей и начинает стрелять мне тупо в жопу. А почему? Да потому что у меня нормально все с ней. Я его вижу, такое дело, и начинаю прибирать к рукам. Я думаю, все, хана, у меня-то снарядов нет, но... Его снимают. Это здорово, реально. Бой продолжается. Вроде бы как 7-4. И вроде я уже набил 3220. Но там тот самый
Type 4 Heavy, страшный гад, которого я никуда не могу пробить, кроме как в бочину, и мне нужно найти, куда я и как могу к нему подойти. Пытаюсь пробить Эмиля Второго, но, к сожалению, фиг его знает. Вижу, что мой коллега пытается ко мне подлезть справа, а еще и спереди сейчас Шкода появится, барабанная Т-50. Раз промазал, два промазал, а по мне тоже попадают. Один раз все-таки я ему в маску куда-то там врезал. Можем, кстати, посмотреть, куда я ему врезал. Посмотрим. Текс. Ну ладно, пока не знаю, как там смотреть. Назад сделать. Назад. В общем, смотрите, они сейчас Мюнхена забирают. А у меня-то барабан еще не готов. Ждем. И смысл какой? Моего коллегу забирают. Затем убегает Эмиль. И опять же я лицом к лицу к этому тайпу четвертому. Ну страшный гнида. Зову, короче, MX-30. И он мне решает помочь. Ну, через пару секунд он скажет: пошли за мной. А у меня всего 27% прочности. Что делать? В общем, бой для меня довольно серьезный. Довольно такой. Нечасто я набиваю такую сумму. Хотя сумма не такая уж и большая по рамкам рандома. Но для меня и для данного танка это норма. Тридцатка вызывает меня в помощь и рвет вперед. Я ему говорю: окей. И мы едем вдвоем на эту махину. На махину, которую невозможно пробить. Вы знаете, у меня осталось 613 всего лишь прочности, и вижу, что этот гад хочет меня лупануть. Я спускаюсь вниз под камень и не даю ему сделать этот кайфовый выстрел. Ну что дальше? Ну что дальше? Пытается меня выцепить, потому что знает, что одним выстрелом меня лупанет. Ну ничего не поделаешь. Решаю дать возможность тридцатке выйти на него и... И смотрите, он все-таки идет на тридцатку, и я разряжаю свой барабан в него и оставляю каких-то всего лишь копеечных. СТ-1 его забирает, подбирает. И теперь у меня 5100 без 6 очков урона по противнику. И я уже являюсь основным калибром. Это здорово. Ощущение класс. ХП остается 613. Жарко. Жарко и жестко. Что делать? Едем вперед за СТ. Смотрю, что остается всего лишь. Сейчас арту уберут и останется всего 2 ПТшки. Подхожу к большому камню, который следующий. И что? Я просто... Да, я ее забираю, кстати. Я забираю эту арту. Я понимаю, что танк отличный. Но отличный он не всегда на первой позиции. Он отличный именно на второй позиции. После мощных, тяжелых танков. Ну что, смотрю Е100. Опять же смотрю 54-ку. Понимаю, что 54-ка загоняет Е100 из моего вида. Вот. Но все-таки врубаю я ему 409. Вижу Вафельтрагена, поворачиваю, но поздно. И надо добивать этого Е100. Но 54-ка, гад, что он делает? В общем, пишу я ему и продолжаю мочить гниду. Попадаю и убиваю. В итоге, ребятки, 6000 урона. Ну неплохо, да? Неплохо для среднего игрока. Весьма недурно. Рекомендую вам прекрасного танчика. Классного. Ну что, всем, друзья, пока. Приятно было с вами пообщаться. Удачи.